Ну что, любимый, ты уже на месте? Ты в мастерской? Да, дорогая. Только зашел в его кабинет. Отлично. А ты уверен, что хочешь забрать его вещи? Да, я хочу, чтобы хоть что-то напоминало о нем. У меня ведь даже нет его фотографии. Хорошо, позвони мне, как соберешь все, и поедешь домой. Обязательно, любимая. Думаю, я здесь ненадолго. Я только заберу вещи и сразу домой. Да, давай попробуем забрать все вещи и отправиться домой, любимой. Так, что-то у нас тут. Перемещение, инвентарь, бег. Ага, хорошо. Так, что нам нужно? И откуда эта музыка? А если на этой музыке авторские права? Так, она дай сюда. Не поддается. Не поддается, понял. Значит, сейчас мы с вами попробуем найти ключик. Выключить эту музыку и дальше будем... Так, на G. G-G-G. Найти 4 памятных предмета отца. Хорошо. Так, а дай мне ключик. Я вырублю музыку, и мы будем с тобой обыскивать дальше. Наше помещение. Так, заходим. Давно я здесь не был. В детстве я проводил здесь много времени. Интересно, чем ты тут занимался? Так, давай оторвем вот эту ленту. Надеюсь, полиция ничего не заметит. Конечно, скажем, что так и было. Чтобы лучше рассмотреть предмет, нажмите ПКМ. Хорошо, но с этим мы еще разберемся. Так, давай, нужно подойти, я знаю, что вот сюда. И забрать, получается, вот этот вот листочек. Все. Память не черту, я все записываю в дневник с детства. Но я потерял часть страницы с паролем от сейфа. Уже собирался вызвать мастера, но потом... Проходя возле телескопа, вспомнил, что часть кода совпадает с номером дома соседа, за которым я наблюдал. Окей. Это, я так понимаю, вот этот вот телескоп. К этому мы еще вернемся. Давай вернемся мы с тобой. Самое начало и посмотрим, что у нас тут есть. Что кликабельное, что нет. И что мы можем забрать? Сейф. Ага. Пароль. Окей, 4 цифры. 2 мы... с вами уже знаем, это номер дома. Останется найти еще 2. Так, что у нас тут? Тут больше ничего. Но я так понимаю, что это хоррор должен быть, насколько я знаю. Так что посмотрим, будет ли страшно, либо будет как со всеми остальными играми. Так, начнем с нижнего. Кусочки. Кусочки по металлу. Угу. Ладно, по идее нам это все пригодится, да? Я так понимаю, в дальнейшем. Так что откроем. Сейчас оставим открытым полочку. Так, дай посмотри, что тут. Жесткий диск. Ага. Ножнички. Ничего больше нету, да? Мне интересно, а где мне найти пароль? Он же где-то должен записан. Ладно, здесь больше ничего нету. Давай наблюдать здесь. Так, что у нас здесь? Машинку забрать. Спички забрать. Так, подъем 9. Телевизор, чтение газет. Странное поведение. 14.08. Угу. Здесь больше ничего нельзя посмотреть. Так, картина. В ужасном состоянии. Ну ладно. Так, давай подойдем к телескопу. Угу, бля. Я так понимаю, отец наблюдал за ним, да? 14.01. И нам нужен теперь номер дома 57. То есть, получается, часть пароля от сейфа это 57. Интересно, почему отец наблюдал за этим человеком? Самому интересно. Так, давай нажмем G. Найти 4 предмета отца. Хорошо. На тап у нас с вами спички. Игрушка, очки. Комбинировать. Ага, мы сможем что-то даже... Понял. Так, что у нас тут? Открыть. Это у нас часы, да?
Окей, давай посмотрим. Использовать, выбрать. Нет, ничего не можем использовать. Так, здесь у нас с вами... Здесь ты можешь сохранить свой игровой процесс. Нажав кнопку. Окей, давай запишем. Все, я так понимаю, мы сохранились. Закрыть. Ладно, давай дальше смотреть. Альбом. Кажется, все вещи собраны. Можно ехать домой. Да, без проблем. Сейчас мы поедем домой. Только давай посмотрим. Может, у нас найдется здесь пароль? Ой. Черт. Надеюсь, это была не одна из тех вас, которой больше сотни лет. Согласен, но если что, это так и было. Так, что-то шахматный турнир сына. 95-й год. Хорошо. А здесь что у нас? Окей. Так, давай дальше смотреть. Здесь у нас записка. Здесь у нас непонятно что. Не поддается. Ладно. Раз мы нашли все предметы, давай туда отправляться домой, я так понимаю. Потому что здесь, в принципе, мы все обыскали. Это какая-то шутка? Странно. Дверь была открыта, когда я пришел. Мне показалось, или что-то врезалось в окно? Ты уже собрал вещи? Да, но кто-то решил подшутить и запер входную дверь. Стой, а разве у тебя нет ключа? Нет. Когда профессор Яновский пригласил меня забрать вещи, он сказал, что дверь будет открыта. Что? Ты шутишь, да? Яновский умер 2 года назад. Алло? Алло? Вот черт. Серьезно? Нам позвонил призрак? Кто пригласил меня сюда? А каким образом тебя сюда пригласили? По телефону или просто на улице кто-то подошел? Ладно, и что нам делать? Давай нажмем G и найти другой способ покинуть мастерскую. Хорошо, давай искать. Не поддается. Не поддается. Значит, у нас остался вариант вот там, да? Вот тут попробовать открыть. Тоже не поддается. Хорошо, что у нас в инвентаре есть? Альбом. Использовать. И как его использовать? Нельзя никак использовать. Ага, выбросить можно спички. Использовать тоже не можем. Ладно, ребят, давайте разбираться. Давай еще раз посмотрим. Так, 57. Этот все еще читает. Ну, либо делает вид, что он читает, да? Так, вниз, вниз больше не могу. Вверх, вверх тоже. Чисто на окно. 14.05. Ладно. Погоди, а какой там номер был? 58, да, по-моему? Вроде бы 57. Хорошо, может попробуем вскрыть 7. Этот сейф. 57. И что-то там, да? Так. 57. Не знаю, там пусть будет. Вот так. Ага, и либо когда я подберу пароль, он сам откроется. Понял. Ладно, давай смотреть, прочитать, что здесь. Так, документы о новом поступлении экспоната в мастерскую для последующей реставрации. Среди них 19 века, два принца и глобус 15 века. Пошли глобус, посмотрим. Пошли посмотрим глобус. Если он тут есть. Ага, вот глобус. Так, а ну, дай мне с тобой
повзаимодействовать. Так, филин, картинка, игрушка. Ага, мы что-то с вами нашли. Так, кассета, кассета, хорошо. Угу. Ну, это мы уже с вами читали. Блин, вот не люблю такие вот игры, в которых ты не понимаешь, что тебе нужно делать. Ну, через окно явно, да, мы не пройдем. Так, картина некликабельная, ковер, коробка, окно. Ага, холст, полотно, это нельзя. Коробку нельзя. Лампу мы включили. Яблошки. Так, картина сзади. Здесь ничего нету, да? Может, тут цифра какая-то будет? Ну, в принципе, все, я все осмотрел. Или мне кажется, что я все осмотрел. Может, где-то должна быть подсказка? Так, шахматы. Почетная грамота. Угу. Не знаю, ребят. У меня на этом все мои гениальные мысли закончились. А я присесть могу? Да, могу на Ctrl. Может, на контроле что-то нужно будет найти. Так, рояль, либо пианино. Ага, кресло. А это у нас что? Это мотылек, да, наверное, какой-то? Как облобовое стекло, знаете, вот это вот. Камашки, букашки. Кусачки. Почему я не могу взять кусачки? Ой, не могу взять кусачки. Так, мусорное ведро, хорошо. Ножнички, лампа, фотография. Окей, окей, окей. Честно, бесят вот такие вот игры, в которых ты думаешь, сейчас начнется как в Resident Evil. Сразу какой-то экшен. А тут нужно ходить, бродить. Блин, ну только сейф остался. А, сейф. Сейф, я без понятия, что с ним нужно делать. Так, давай присядем, посмотрим. Книга, 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 книга. Чтение газеты. Странное поведение. Может, за челиком нужно последить? Какое у него там странное поведение? О, а челика нету. Бля. Так, ты что, смотри. Нормально, нормально. Он танцует. Мне что, потанцевать нельзя? Ты идиот. Мне что, потанцевать нельзя? Ага. И что нам это дало? И что нам надо это дало? А сколько сейчас времени? 14:08. Странное поведение. Подъем. Просмотр телевизора. 13:00. Чтение газеты. Давай еще посмотрим. Так, 14:11, хорошо. Только не речь, что мне нужно какие-то цифры складывать, а мне нужно что-нибудь. Тверская, 57. Я не знаю, честно, без понятия. Что от меня тут хотят?
Так, телефонный номер. Светлана. 26043. Код от сейфа 19. Воля. 1957, правильно? А ну пошли смотреть. Идем посмотрим. 1957. Ну, либо 5719. Так, 19. Ну, либо 1957. 1957. Все, отлично. Что это? Ключик взять. Шикарно, ребят, мы с вами справились. Побежали сюда? Нет, не поддается. Значит, вон в ту дверку. Значит, вот ту дверку. Блин, оно как обычно лежит. Листочек на видном месте, а ты его не видишь. О, открыли. Хорошо. Отец не мог просто оставить это на полу? Думаешь? Тихонечко. Ой. Это я зацепил, да? Что это такое? Керосин. Хорошо, возьмем. Я думаю, нам это пригодится. Так, лестница. Кажется, я видел кусачки в кабинете отца. Возможно, я заклинила. Ага, кусачки. Вот кусачки. Решу, нам кусачки пригодятся. Ну, не знаю, разработчики, это затягивание игры с этими кусачками. Сразу было понятно, что мы будем их использовать. Тихо, кресло движется, видите? Чья-то качалка. Ладно, сделано вид, что мы этого не заметили. Так, взять кусачки и пошли. Все, мистер Бабайка, вы тут отдыхайте, а мне нужно отсюда выбираться. Так, что там по заданиям? Все еще найти способ покинуть мастерскую. Так, а если я здесь клацну, то свет пропадет. Ага. Так, давай кусочки. Использовать. Ага, нужно нажимать быстро-быстро. Е. Так, если предмет находится очень низко, вы можете присесть, чтобы достать его, нажать на Ctrl. Так, и что тут? Давай читать. В последнее время меня завалили работой, будто все снова начали интересоваться искусством. Последний заказ — это реставрация граммофона картинок, к сожалению. Пояснительная записка, но я потерял эти бумажки, но мне запомнилось, так что... Было что-то не так. Хорошо. Все? Это все? А ну, лампа. Можешь головой вот так ударить лампу? Чтобы посмотреть. Хорошо, заклинило. Использовать. Никуда применить. Хорошо. Полезли туда по лестничке. Полезли на чердак, ребят. Я вообще ничего не вижу. Так, лампа. Здорово. А можно мне фонарик, либо... Ага, ёптвою. Сколько лет прошло, а мяч до сих пор не сдулся. Действительно. Бонжур. Прикольно. Донде стала библиотека? Понял. Ага. Свечка. Отлично. Взять еще спичку. Честно, я тоже ничего не вижу, потому что записываю днем. А если бы ночью, наверное, не так бы сильно отблески были под... От экрана. А так я вообще ничего не вижу. Хорошо, что... Во. Отлично. И теперь осталось найти еще... Еще хоть что-то, да? Я не могу взять руку, не? Сложно. Чёртова ворона. Обычно на чердаке живут голуби.
Ну, либо призраки, либо Карлсон. Так, записка. Очередная записка. Ура! А то поклятся, я где-то уже видел этот экспонат. Это было похоже на дежавю. Как только его освободили из коробки, по комнате пошел холод. Это заметил даже грузчик, который уже через одну минуту в спешке покинул мою мастерскую, оставив меня наедине с этими чувствами. Прикольно. Нет пленки. Нет пленки. Ага, будем пленку искать. Что нужно? Найти другой способ покинуть мастерскую. Так, давайте отправляться в полную темноту. Значит, здесь должна быть пленка. Правильно я понимаю, какая-то. Что такое? Ржавый лом. Во! А значит, с помощью ломика мы сможем сейчас с вами спуститься и открыть вот эту вот штуку, да? Не поверите, я еле нашел. И то даже случайно нашел эту. Эту находочку нашу с ломиком. Давай. Я заклинила. Использовать. Во. Карно, полезли. Давай. Спасибо разработчики, что не дали мне фонарика. Так, ага. Что здесь? Очередная свечка. Это пленка, да? О, старая пленка. Прикарно. То есть нам нужно будет сейчас подняться с вами обратно наверх. Хорошо, только давай осмотримся. Может, мы что-нибудь с вами здесь упускаем? Не поддается. Не поддается, окей. Странно, в здании же никого не было. Действительно. Может, вы видели, оно посмотрело только что на меня. Падла, испугал меня. Я бы, конечно, грубее сказал бы, но мало ли вы тут всей семьей смотрите. Так что пусть будет падла. Ладно, идем посмотрим пленочку. Погоди, вроде матрешка не тут стояла, или тут? Ладно. Давай смотрим пленку. Кто потушил свечку? Нечем поджечь. Серьезно? Ладно. Так, нет пленки. Есть пленка. Вот, использовать. Давай смотреть. Так, чтобы найти странные вещи на фотографии, держите мышку над этим неподвижно 2 секунды. Во, видишь? Голова. Да ты шо? Кто заметил, скажите честно? Вверх пойдем или вниз? Давай вниз. Вот туда, наверное. Не? А, вижу. Ребят, вы нашли? А ну давай, только честно. Давай, ставь на паузу и пиши, что нашел ты на этой фотографии с двумя детками на кровати. Давай поиграем. Заметили ли вы вот эту вот руку? Бум. Я уверен, что не заметили. Так, едем дальше. Угу. Ну я уже нашел. Вы нашли? Давай через 3, 2, 1. Ой, все. Зеркало. Да. Почему не видно мышки, которую я сейчас вожу? Из-за того, что я в ОБС отключил ее. Из этого вам не всегда будет понятно, куда я навожусь, к примеру. Так, что у нас здесь? Так, если честно, я не вижу. Кто первый нашел? Кто что нашел? Она, признавайтесь. Теперь понятно, почему отец не любил фотографироваться. Что-то преследовало его с самого детства. Да-да. И на одной из фотографий я видел знакомую картину. Ага, все, да? Прикольно. Ну что, мы с вами справились. Новая заметка. Так, найти другой способ покинуть мастерскую. Найти картину с фотографией
отца. Это то есть мне нужно сейчас вернуться обратно, да? Ладно, давай вернемся. Так, мистер Бабайка, я надеюсь, вы меня сейчас не утянете в подвал. Так, пошли. Пошли искать фотографию. Во, хоть чуть-чуть уже немножко интереснее становится. Так, это мы дышим, да? Я думал, там в кабинете кто-то дышит уже. Hello? Ага. А качалка все еще. Все еще крутится. Так, нужно найти фотографию. Только я не понял, какую фотографию, если честно. Какую фотографию? Так, эту именную картину я видел на диске фотографии отца. Она досталась ему от деда. Ля, что нашел? Прикольно, ключик. А чего ключик? Пусть будет от этой дверки. Не поддается. Это что такое? Эй, ты что? Что ты тут делаешь? Иди сюда. Куда он пропал? Не знаю. Ну пошли посмотрим. Я таки извиняюсь, что я музыку выключил, но мало ли вдруг у меня тут авторские права, все дела. Так, у нас ключик с вами. А, ключик, наверное, от вот этой дверки внизу, да? Так, можно слезть? Ну, пожалуйста, спасибо. Спасибо, пожалуйста. Во, пошли. Отлично. Только в чем проблема? У меня нету спичек. А я вообще ничего не вижу. А тут же, получается, нету фонарика. Мы можем использовать только спички. Погоди, здесь нету выключателя? Либо переключателя, либо включателя. Походу нет, да? Ага, подожди, может нам ломиком использовать? Некуда применить кусочки, некуда применить. Спичек нету, часы. Хорошо. Так, я не понимаю, куда я иду. Ну вот, я что-то ж... Что-то я тут... Блин, может яркость попробовать накрутить, или это будет нечестно? Так, давай присядем. Попробуем тут пройти. Здесь я не могу пройти, да? Я пробовал кусачками и ломиком разрушить это все. Ой, я застрял, ребят. Ладно, ладно. Знаете, что я предлагаю сделать? Я предлагаю закончить на этом серию, а в следующую уже продолжить. Будет вот такая вот коротенькая. Как раз я пойму, как вам игрулька, нравится, не нравится. И будем ли мы ее проходить. Ну, по идее, должна быть интересная. Ну, я так думаю. А там уже крыться... Посмотрим. Так, ладно, все. Всем спасибо за просмотр и всем до потом.